Мы работники горецких очистных сооружений Могилев горводоканала. Выражаем свою солидарность всем честным гражданам Республики Беларусь, которые отстаивают свои конституционные права на свободу выражения мнений, на свободу митингов и мирных демонстраций. Отстаивают соблюдение законности в стране и правдивое донесение информации о прошедших выборах. Мы осуждаем насилие против мирных граждан, применение силы против мирных протестующих, а также произвол силовых структур против граждан своей страны. Мы осуждаем заключение людей в тюрьмы и в следственные изоляторы за то, что они открыто высказывают свое мнение. Поддерживаем требования о том, чтобы все политические заключенные, а также невинно преследуемые граждане были немедленно освобождены. Мы осуждаем несправедливые и скоропостижные суды под копирку, где нарушаются всякие правовые нормы нашей Конституции. Мы поддерживаем требования народа проведения честных, прозрачных и свободных выборов президента, привлечение всех международных наблюдателей и представителей ОБСЕ с доступом к выборам представителей всех слоев населения. Мы осуждаем всякое преследование людей и угрозы увольнения за свою гражданскую позицию, которая не совпадает с позицией нынешнего руководства страны. Мы осуждаем всякую попытку властей разделить общество и страну на два лагеря. Мы заявляем, что мы один народ, который желает стабильности, основанной на законности и демократии, а не на узурпации власти и пренебрежении Конституции. Мы желаем жить в стране, где правительство для народа, а не народ для правительства. В стране, где можно быть спокойным за свою безопасность, где силовые структуры борются с преступниками и наркоманами, а не с законопослушными гражданами, которые хотят добрых изменений в стране. Хотят отношений доверия и любви друг к другу.